Итак, вторая часть по поводу снов. Я получила такой громадный отклик, так много писем, так много комментариев, так много... Я задела больную тему, я даже сама не знаю, сама не подозреваю о том, что вообще так... Я думала, так кто там, кому это надо? Подумаешь, какие-то сны. Оказывается, я задела больную тему, и не я одна испытываю нечто подобное. И люди пошли писать. Я говорю, очень-очень много писем, это только за 7 часов я получила как много писем, как много комментариев и всего прочего. Так что я немножко сейчас хочу чуть-чуть поглубже, потому что я вчера такая, рассказала там это все прочее. Значит, вот этот гад, который ко мне приходил во сне, который был между сном и явью, я хочу на нем отдельно остановиться. Вот мне мальчик какой-то написал, может, он мужчина, я не знаю, но он называл себя, что я проснулся там. Он мне пишет, большое письмо написал, я не смогу все его поместить, потому что письмо очень большое. Он мне написал, что у него, говорит, постоянно кто-то, он говорит, тоже полусон, полуявь, говорит, я знаю, я все знаю, где нахожусь, я все контролирую, то есть я контролирую ситуацию, потому что я слышу там где-то кто-то там в туалет, допустим, пошел что-то. И он говорит, со мной кто-то рядом просто вот дышит мне в ухо. И он говорит, я, ну такое письмо большое, я уже так много писем получила, я не могу все это помнить, потому что у меня все перемешалось в голове. Тем более с утреца такая, только проснулась, сразу читать комментарии, лежу в кровати и... телефон включаю, пока проснусь, читаю комментарии. Поэтому у меня такой немножко сумбурчик в голове с этими снами. И он говорит, да что до того, что я боялся ложиться спать. Я его прекрасно понимаю. Даже есть какие-то фильмы американские, вот где-то нечто подобное, что тоже вот что-то во сне там кто-то приходил, ну кто-то, видимо, попытался. Ну такой немножко фильм не очень доходчивый. Так что этот вопрос, конечно, тоже очень серьезный. Эй! Пьяный, что ли, вообще выехал на мою полосу. Господи, хорошо я вовремя машину убрала. Наверное, пьяный. На такой скорости прям так раз ехал, почти въехал в меня. Не надо, не надо. Я вчера рассказывала, что у моей мамы это началось лет 30, и у меня это началось 30 лет. Первый раз это было... Мы с моей подружкой были в Керчи и остановились в гостинице. И вот ночью тоже я просыпаюсь, я знаю, что я не сплю, я знаю, что Нина вот там на той кровати, комнатка такая маленькая. И вот надо мной склоняется такая голова, вот как медуза Горгона. И вот такие вот у нее над головы такие вот тонкие такие, то ли белые черви, то ли белые такие тонкие змеи такие. Я как давай орать. Нина, Нина, разбуди меня, Нина. Это было первый раз. Я думала, что у меня сердце остановится. Я кричала Нине, чтобы она мне скорую помощь вызвала, потому что у меня сердце остановилось в этот момент, наверное, и не раз. Ну, молодая была, конечно, как бы. Я кричу, она спит, девчонки молодые были, что? Она спит без задних ног. Я ей потом говорю, что ты меня не торопилась спасать? Она говорит, да я спала, вообще ничего не слышала. Короче, я кричу, Нина, Нина, Нина. Ну, в итоге, я же не кричу, я же мычу. В итоге, бедная моя Нина, она проснулась, конечно. Понять ничего тоже не может. И тоже ж подходит ко мне и как Света спрашивает, с тобой все хорошо? Какой хорошо? Ты ж... Ну я тогда еще не знала, что на меня надо было туркнуть. Но в итоге она меня разбудила, я тоже так закричала, и она тоже, ну, мне тогда было не до смеха, потому что я очень сильно испугалась. Я так сильно испугалась, потому что такого никогда не было, это была реальность. Я в реале видела вот этот ужас. Ну и потом, насколько я поняла, вот этот гаденыш, который ко мне приходил, он, видимо, все-таки хотел меня добиться, он все-таки хотел со мной переспать. Вот что он в конце концов и сделал. Потому что он приходил ко мне в разных видах, в разных формах. Он не знал, как ко мне, на какой козе ко мне подъехать. Он подъехал ко мне на козе в итоге в виде такого просто бога какого-то красивого. Но до этого были такие ситуации. Лежу, сплю, просыпаюсь от того, что рядом со мной опять же кто-то лежит. То есть я лежу на боку,
И возле меня кто-то прямо плотно ко мне прижавшись лежит, просто ничего, только лежит, только вот. И на мне вот так рука, вот тут вот лежит чья-то рука. Это уже было перед тем, как он на мне поженился, незадолго. И я понимаю, что этот гад пришел ко мне, и мне ужасно страшно, и в то же время он что-то такое, было какое-то ощущение такое, что вот просто волны такие были какого-то сексуального чего-то. То есть вот волны прямо по мне шли по всему телу, хотя он ко мне вообще никак не прикасался. Он просто лежал со мной рядом, но у меня все тело было вот погружено куда-то вот безумное какое-то сладострастие, что ли сказать. Я не знаю, что это было. И я такая, я думаю, ну такого не бывает, такого в жизни просто не бывает. Ну бывает так, тюк, или там тюк-тюк-тюк-тюк. Ну вот такого вот. Сейчас. И я думаю, кричать как бы, а с другой стороны, ну что ж ты дверь открыла стоишь, или девочка, ну женщина, она и в Африке женщина. И я сама себе думаю, а куда я еду? А, все. Я приехала в Интерпарк, опять через задницу заехала, опять не знаю, куда я попала. Все. Может, даже и знаю. Да, знаю. И я такая, как бы, начать кричать, он уйдет, и это, а как же ж это бешеное чувство. Ладно, поехала. Но в итоге я решила дотронуться до его руки, которая лежала вот так вот на мне. Сейчас я припаркуюсь. Боком раком. Не, я почти хорошо стала. Сейчас. Что-то стол будет. Я не бью. Так, еще разок, еще чуток. Хоть бы не поцеловать машину, потому что я прям в самую задницу упираюсь в ее. Там вроде кустики. Оп, уткнулась. Как упрешься, тормози. Что я, собственно, и сделала. Сейчас еще чуток. Да нормально, я уже стою почти нормально. Смелость города беру. И в итоге я дотрагиваюсь до его руки, а у него рука такая вся волосатая, такая, как будто медведь меня обнимает. Какой нафиг там... Сладострастие. В чем там? Какой нафиг там это? Я когда ворать. Как раз сыночек мой был дома. Приехал на каникулы с Киева. Ну давай, ну сколько раз мы будем это одно и то же делать? Так, все, последний раз. Все, я стала хорошо. Умница, разумница. Я как стала кричать, какой там уже ничего не надо, когда руку так дотронулась, она такая вся волосатая, такая, я такая, Ваня. А сама же мычу. А сына же разве разбудишь, пацан молодой, спортсмен, спит же без задних ног. Ну, видно, я уже так орала. Что он бедный. Он знает, что толку кричать мама, потому что это бесполезно. Мне надо до меня. Он знает, что надо подойти, дотронуться. И Галя моя знает. Ну, потому что как бы не раз с этим сталкивались. Он такой подошел, меня так. Мам, ты. Я говорю, сынок, спасибо тебе большое. Так что в следующий раз был еще такой вариант.
Ко мне приехали гости из Одессы, и я им уступила свою квартиру. Да ради бога, останавливайтесь, вот вам квартира моя, и сосед у меня Коля Петров с Мариной, женой. Дочка у них Настенька была. Я говорю, Коля, можно я у тебя вот в этой... Он там ремонт делал, у него комнатка пустая была. Я у тебя здесь переночую. Он говорит, так и вопросов нет. Я притащила туда свой матрас, бросила на пол. Я спокойно, я походный, мне вот эти варианты поспать на полу вообще нечего делать. Я даже где-то немножко это люблю иногда. Ночью я сплю. Я просыпаюсь от того, что открывается дверь. И из коридора такой лучик света. Жарко. Из коридора такой лучик света заходит Марина, Кулина жена. Такая заходит так тихонечко. И тоже со мной так сзади меня. А я опять же на бок. Я все время сплю на правом боку, на левом боку. И сзади меня ложится, и тоже на меня вот так рукой опять же положила. А я знаю, где я нахожусь. Я понимаю, какое сегодня число. Я знаю, почему я здесь нахожусь. Потому что приехали там Валерий Николаевич с женой, там, тра-ля-ля. Я знаю, что я нахожусь у Коли в этой комнате, где происходит ремонт. Я все прекрасно понимаю. Я сама себе думаю, странно, вот что Марина, вот зачем Марина пришла, легла рядом со мной? Тем более еще и руку на меня. Ну, руку положила, ладно. Мы с девчонками всю жизнь спали вместе. С 7 лет, наверное, с подружками. А я боюсь одна. Пока там, ха-ха-хи-хи, пока там. Это все это было абсолютно нормально. Я сама себе думаю, почему она пришла ко мне, легла со мной, если ей, допустим, мало ли там с Колей поругалась, или мало ли, она могла бы к Насте пойти в комнату с дочкой со своей лечь спать. Или она могла бы пойти у нее на кухне, там стоит диван. То есть, я рассуждаю сама себе с тем, чтобы объяснить, почему Марина пришла, легла рядом со мной. То есть это нормально, что она легла со мной, но почему? И я начинаю понимать, что стоп, я же сплю, опять вот этот полусон, полуявь. То есть я понимаю, что это не Марина. Я понимаю, что опять вот этот гад ко мне пришел, но он пришел ко мне в облике Марины. То есть он какие только облики не принимал с тем, чтобы вот со мной рядом просто полежать. Ну, естественно, это когда я смеюсь, там говорю, смеяться, это такой страх, это такой ужас, это просто сердце останавливается от этого ужаса в этот момент, когда ты испытываешь вот это кто-то с тобой рядом, какой-то первобытный какой-то просто ужас. Я начинаю мычать, чтобы меня разбудили. Опять. И понимаю, что... А окна, двери на балкон открыты. Балкон совмещен. И у Насти двери тоже открыты. Я понимаю, что я сейчас буду кричать, ребенка напугаю. И сама себе как бы говорю, не кричи, потому что ты все равно проснешься через какой-то... Но ты напугаешь ребенка. Но мне настолько жутко вот это прикосновение, что вот это оно со мной рядом лежит. Я думаю, ребенок не умрет, а я-то могу умереть, потому что... Если я не могу сама себя разбудить, это не прекратится. У меня просто становится сердце от этого ужаса. Просто все сковывает внутри. И в итоге я начинаю орать. Но я потом научилась. Вот все-таки где-то я научилась немножко сама себя. Надо только крикнуть так. И от своего крика ты просыпаешься. Я от своего крика проснулась. И всегда после того, как вот я просыпаюсь, я всегда чувствую присутствие вот чего-то. Есть какое-то шестое чувство. Есть какое-то... Вот непонятно чем, ни обонянием, ни... Вот просто чувствуешь присутствие чего-то, какой-то субстанции непонятно чего-то. Ну, я потом привыкла, потом даже уже как бы, когда я дома одна, даже поначалу мне было очень страшно, там включала свет, а потом я уже засыпала, переворачивалась на бок и засыпала, потому что я уже к этому немножко привыкла. Сам страх, да, но когда уже просыпаешься, понимаешь, что это было не раз, и не два, и не три, и не десять, и не двадцать, и не сто, понимаешь, что это нормально, как бы, и снова засыпаешь. И вот слава богу, я сюда приехала, у меня тут один раз такое было, Дуглас меня растолкал, и все. Как-то у меня там это все закончилось, после того, как он как бы это добился меня. Я такая себе думаю, ничего себе, вот так вот, поматросил и бросил. Ну все, так что, пожалуйста, делитесь впечатлениями, у кого там что там. Это действительно такая тема, о которой не надо молчать. У меня еще масса... Миллион тем по гаданиям, по предсказаниям, по всему этому. Я вообще так все это люблю. Все. До свидания. Пошла пить кофе. Пока. Всех люблю. И будьте здоровы.